Работы современных камнерезов и изысканные старинные украшения. Новая выставка в Музее археологии Симбирского края знакомит гостей с удивительным древним промыслом. На выставке же можно будет видеть более 40 различных предметов, собственно, изваяний, скульптурок, украшений, сделанных из различных видов камня. Кроме этого, здесь же показаны необработанные образцы минералов, которые также можно будет увидеть. Собственно, минералы самых разных стран мира. Отдельного внимания заслуживают произведения из симбирцита, уникального ульяновского минерала. Несмотря на его возраст, около 150 миллионов лет, активной разработкой камня занялись лишь в 80-е годы прошлого столетия. Работать с этим камнем физически сложно. Как и с любым другим камнем, работа с камнем – это сложная работа. Но она весьма интересная. Все начинается со сбора камня на берегу реки Волги. Именно там мастер определяет нужный тип камня, из которого будет изготовлены сувениры. Мастерство работы с симбирцитом часто передается по наследству. Здесь представлены ряд работ. Как вы видите, это вазы, это аммониты, различные изделия интерьера. Данные работы выполнены моим отцом Шумилкиным Игорем Анатольевичем, мастером, и Кузьмином Анатолием Борисовичем. Можно ли работать с камнем, мастер часто определяет во всех смыслах на берегу. Наметанный взгляд позволяет сразу браковать неподходящие заготовки, увидеть сердце камня. После из-под рук специалиста выходят как цельные украшения, так и отделочные срезы. Среди экспонатов, к примеру, знаменитое обломовское яблоко. Им угощают выдающихся деятелей культуры и искусства нашего региона.